Здорово, дорогие друзья! Многие меня спрашивают, как же больше всего зарабатывать в нынешних реалиях бабла. Вот, типа, ты говорил про фабрику бонусов и так далее и тому подобное. Как больше с каждого такси поднимать бабулетов, чтобы, так сказать, они больше привозили. Некоторые ошибочно думают, что нужно, как бы так сказать, прокачивать на фабрике бонусов свои тачки на увеличение бабок по заказу. Это типа доходность. То есть, чтобы вам тачка привозила, допустим, Maybach, не максимально мне там попадались заказы по 32 рубля за заезд. А если вы прокачаете количество награды, то оно вам будет там больше, конечно, привозить. Но это ошибочная тактика. Прокачивать машину на увеличение стоимости заказа в фабрике бонусов — это ошибочная штука, потому что самый суперовый вариант — это прокачивать свои тачки на увеличение, на скорость выполнения заказа. Так очень круто и очень быстро, и вообще любая тачка будет привозить вам очень-очень все чаще, быстрее и гораздо будет прибыльнее. Допустим, у меня только сейчас одно окно прокачанное на максимум, и я хочу прокачать вот эти вот три оставшиеся окна до максималки. Тем более, что сейчас, как вы знаете, стартовала скидка на прокачку окон. То есть, смотрите, чтобы качнуть шестой уровень, мне всего лишь нужно потратить 4 425. А так было 5900. Я этим очень сильно хочу сейчас заняться, но походу, пока машина здесь, я это сделать не могу, к сожалению. Только что приехал, и мне жена говорит: все, смотри, скидки стартовали. Я такой: о, давай. Но она перед этим, к сожалению, не знала, что скидки стартанули. Она закинула все тачки, и, в общем, надо теперь подождать, пока оно все выполнится, и надо будет сказать своим работникам в чате, чтобы они не ставили туда тоже свои тачки, в общем, чтобы я успел прокачать вот эту всю штуку, потому что, ну, я тогда одно окно прокачал ради пробы, и сейчас просто закупаюсь по скидке кристаллов для бизнеса кристаллами, и машинки свои нон-стопом, самые топовые, сюда закидываю, и они, смотрите, сейчас вам покажу доходность. То есть вот это вот только пару машин прокачалось. Ну, уже было с бонусом. Пара машин. Ну, не пара, штуки 3. А их у меня 18 нормальных таких топовых тачек. Ну, даже, не, сейчас поменьше. Сейчас там 3 штуки еще ТО делают. Поэтому не 18, а где-то 15. Если будет на всех, почти на всех бонус, то вы понимаете, что это будет 1007, наверное, в день. Потому что они возят чаще с бонусным этим эффектом. И плюс еще, если прокачаю окна все до максималки, то сами понимаете, что будет вообще супер-пупер. Потому что сейчас одно окно прокачано только на 33% до максимума. И это, конечно, накладывает свои минусы, потому что из 4 тачек выпускающихся, одна тачка только с максимальным бонусом, а другие 3 с бонусом до 20%. Там 33, а там 20%. То есть я сейчас решил это все прокачать, чтобы, так сказать, уравнять все тачки, чтобы больше зарабатывать бабулетов. Тем более, что сейчас скидка, так что скидка на все бизнесы, на все окна. Но сейчас я буду заниматься именно вот этим вот бизнесом, потому что сейчас он принесет гораздо-гораздо больше бабла. Ну и еще, кстати, я увидел, что скидки появились на вот эти вот жетончики, которые нужно купить по квесту. Видите? То есть куплено лотерейных монет. Сейчас мы их купим. Так, где они? Магазин. Сейчас мы их купим. Вот они здесь. Так. Сколько их нужно купить?
320. Итак, как видите, скидка на монетки 25%, как раз нам нужно 320, но это еще не все. Тут дальше квесты будут, где нужно монетки покупать больше. И, естественно, я постараюсь все эти квесты выполнить, чтобы получить нашу любимую тачку 5 уровня Audi. 5 уровня, не 4. Потому что некоторые у меня тоже спрашивали. Так, покупаем это все сейчас. 320 монеток. Как видите, квест выполнен. Получаем телепортик и такое секунд. Короче, это будет потом. Так, добыто кристаллов. Значит, здесь что нам нужно сделать? Знать, так. Ну, это, короче говоря, я думаю, можно будет просто купить эти все кристаллы. Да и все. И не нужно будет париться. Но это будет потом, это видео не о квестах. Так, значит, и я еще хотел, чтобы вы увидели, на что же тратятся эти монетки. Значит, они здесь вот в последней вкладке. Называется турнирный магазин. Так, ну и... Подождите, нет, это не здесь. Господи, я уже... А, подождите. Где оно? Вот оно, господи. Оно здесь и есть, просто надо вниз прокрутить. Короче говоря, здесь же можно потратить эти монетки, если хотите. Можете, конечно, ждать какой-то другой техники, но я вам советую просто тратить сейчас, потому что, ну зачем, чтобы они валялись. Я, если честно, хочу их потратить. В прошлом видео я снимал, и мне попалось с первой попытки, как вы видели, премиум статус платиновый. То есть, тупо на шару месяц према за 20 монеток мне попалось. Так, ну и я, естественно, хотел бы еще испытать свою удачу. Но сначала я, так сказать, поиспытаю удачу не за 60 монеток уже, а тупо все попробую. Может, авось и там повезет. Можете, конечно, копейку прорезь выиграть. Ну, в принципе, здесь тоже можно попытать удачу, но здесь... Награды такие маленькие. В принципе, самая топовая, это, конечно, копейка Pro. Но за 20 монеток есть и получше. Попробовать можно свои, так сказать, силы. Так, вот здесь я еще не пробовал. Здесь, конечно, нет уже премиум статуса, но зато есть 700 тысяч кристальчиков. Было бы это все интересно. Так. А ну еще что там есть? По-моему, там есть еще... Что-то тоже хорошее. Вот, еще здесь есть платиновый статус. Но здесь я тоже пробовал, как вы видите. Давайте еще попробуем вот это, бульдозер. Здесь тоже, конечно, нет. Блин, ладно, тогда... Ну, хотя, ладно, давайте везде по 20 потратим. Давайте здесь потратим. Так, ну, энергетик, блин. Ладно, энергетик это такое. Сейчас это все заберем себе. И это заберем. И это заберем. Так, 20 здесь профукали. Значит, здесь можно теперь... Ой, не здесь, точнее. Интересно, копейку про я выиграю с первого раза. Так. О, 100 тысяч кристаллов. Ну, в принципе, это нормальная награда за 20 монеток. В принципе, я вообще не жалуюсь. Это суперово. Так. Ладно, попробуем еще... Здесь. Так, ну уже осталось на 60. Ну ладно, будем пробовать. В принципе, была не была. Все-таки здесь прем-статус. Еще лям кристаллов можно забрать. Пробуем. Кал. Понятно. Ладно, не повезло. Давайте попробуем здесь еще эктолайт. Может здесь за 20-ку что-то выпадет хорошее. Вообще кал. Не везет. Да, так, ладно, тогда будем пробовать здесь за 60-ку. В принципе, экто хочется получить. Тем более, здесь тоже есть лям кристаллов. Ну, петля времени, ладно, такое себе. Так, осталось сколько у нас? 144. Так, ну ладно, 90 давай. Ну, такое себе, блин, не везет. Короче говоря, в следующий раз, когда... Еще будут квесты, чтобы покупать эти вот кристаллы. Кстати, добыто 100 тысяч кристаллов. Я путем этих выбиваний чутка себе квест закрыл. Ну, ладно, я сейчас... Хотя сколько тут еще есть на одну попытку? Блин, нету.
Тогда придется докупить кристаллов и все. Или может докупить себе еще. Ой, не знаю, ребята, и хочется, и не хочется. В принципе, я докуплю себе уже, когда будет следующий квест, а то это смысла нет так покупать. Тем более скидки есть еще, они будут до 29 числа. Я сейчас по бырику себе квесты все эти повыполняю, и когда будет следующий квест на покупку монет, я себе куплю, да и все. Наверное, так и поступлю. Потому что, ну, так будет выгоднее. Я так и квесты закрою, и больше попыток здесь сделаю. В общем, как-то так. Так что, я думаю, вы поняли, что лучше зарабатывать здесь путем развития своих бизнесов и развития своих окон в бизнесах. Особенно это касается фабрики бонусов. И вы поняли, что лучше получать бонусы для машин не на увеличение заказов, чтобы вам больше за каждый заказ давало бабла, а на увеличение скорости выполнения заказов. Так вы будете привозить гораздо чаще и гораздо больше в эквиваленте в дневном. Так что я думаю, вы теперь будете шарить, и у вас не будет этих вопросов. Потому что я раньше тоже заблуждался, когда у меня не было еще этого бизнеса, что нужно ставить на машину заказ, чтобы больше привозило именно в денежном эквиваленте. Но посмотрев других людей, послушав их советы, потому что в моей группе много людей, кто шарит, кто больше года, больше двух лет даже в этой игре, они объяснили, что лучше ставить на все тачки, естественно, скорость выполнения заказа. Так машина будет, видите, сейчас покажет, сколько времени, будет 20 рублей вести, грубо говоря, час. А так бы она везла бы где-то час 30, час 40. Где-то у меня еще на машине нету. Вот, допустим, вот тоже 19 рублей машина. И она этот заказ везет час 45, видите? Это без бонуса. Так что решайте сами. Грубо говоря, 45 минут машине экономит. Ну, там еще плюс на той тачке был не максимальный бонус, не 33%. Так что я думаю, вы сами все понимаете. Лучше, конечно, скорость выполнения заказа. Так что ставьте ее. Ну и всем удачи. Пока-пока. До новых встреч. И, конечно же, поменьше скама. Поменьше скама, друзья.